5000 километров. Именно столько предстоит преодолеть участникам автопробега «Москва-Байконур-Москва». В этом году путешествие посвятили 60-летию ракетных войск стратегического назначения, основой которых стал космодром Байконур, родина первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты. Старт автопробегу традиционно дали у Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина. 13 лет мы прожили на Байконуре. Раньше это назывался город Ленинск. Муж у меня служил на Гагаринском старте. Я работала сначала на вычислительном центре, который тоже осуществлял обработку телеметрической информации. Участники автопробега без преувеличения – космические люди. Это активисты ветеранского движения космодрома «Байконур» и члены их семей. Путешествие длиной 5000 километров для них не просто интересный путь, но и возможность окунуться в самые теплые воспоминания работы на космодроме. Мы поехали. Возглавил автоколонну ветеран космодрома «Байконур» Николай Кантер. 15 лет прослужил на Гагаринском старте. Готовил и запускал ракеты военного назначения. Едем на пуск космонавтов, пуск ракетоносителя «Союз». «Байконур» — это молодость наша, наша жизнь. И вот уже прошло больше 20 лет, я в 98-м году уехал с «Байконура». Но с тех пор как бы он не отпускает. Организаторы акции – Межрегиональная общественная организация ветеранов космодрома «Байконур». Третий раз автопробег стартует от памятника главному космическому покорителю в Люберцах. В этом году впервые путешественников провожали студенты Гагаринского техникума. Мы рады быть сопричастны этому событию, потому что оно носит патриотический характер, объединяет ветеранов вооруженных сил, объединяет профессионалов своего дела. Такое профессиональное братство получается. Ну и мы хотим, чтобы наши студенты приобщились к этому патриотическому началу. По пути следования к ветеранской автоколонне присоединятся экипажи из других городов России. Маршрут автопробега пройдет через Рязань, Пензу, Самару и Оренбург. Поехали! Всем удачи! Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.